Lords Mobile – мобильная стратежка с приятной графикой и удобным интерфейсом, свыше 40 уникальных героев и более 110 миллионов игроков, с которыми можно дружить или биться насмерть. А промокод Marmok снабдит тебя игровым добром на 100 баксов. Не тормози, чекай ссылку в описании. Вот я смотрю на этих птиц и понимаю, что они прям как люди. Вот есть обычные птицы, а вот есть я. Птица, с которой все сложно. Такое ощущение, как будто он против ветра летит сейчас. Да, бля! На пару вопросиков, мистер падальщик, как вы это делаете? Эй! Клювожор! Он меня наебал. Уи! Целый водопой с птицами! Стойте, не разлетайтесь! О, фламинго! Стой, братан! Нет! Грозовый говнари, ну и съебывайте! Я просто хочу... О! Вот это наглость. Извините, мистер, я тут не мешаю вам часом, нет? Смотрите на него, какой он наглый, а? Ему вообще все похуй, смотри. Смотрит, как будто он мне сотку занял. Уебывай отсюда. Теперь это мой водопой. Я здесь самая крупная птица. Кшшт! Съебался. Ему вообще все равно. О, люди. А кто разошлись? Твои полушария в голове, что ли? Ха-ха, шутка, минутка. Слушай, уёба, уже темнеет, я не сдам позицию. Ты съебёшься отсюда или как? Ты это, сука, слышишь меня, э? У тебя достаточно длинная шея, чтобы засунуть твою голову тебе же в задницу. Ладно, я погорячился немножко. Стой тут сколько хочешь, мне все равно. О боже, какое несчастье, он утонул сам. Отвечаю. Иха! Под жопой конь, в сердце огонь. Скачи, дружок. Смотри, там подаль кто-то. Эй, привет. О, сколько здесь народу. Ты чё, блядь, там делаешь? Сейчас спускайся. Что здесь происходит? Опять наркоманы. Солнышко, ты моё ясное. Спускайся оттуда. Чё это? Смотри на него. А, то у них тут битва такая, да? Ты охуел, что ли, битвы пропускать, дядя? А ну-ка, слезай оттуда, срака! Эх, кашу мало ел. Как мне его оттуда достать-то? Во-во-во, вы чё, пацаны? Пиздец, какая эпичная битва. Слышь, полубог, а если я луком тебя потревожу, ты не соизволишь спуститься, а? Ты смотри, меня как будто вообще тут нет. Как будто его по спинке глажу. О! С возвращением с орбиты, космонавт. Смотрите, какой здоровый. Такой говнюк, если посрет, как птица в полете, то и шею сломать может. Давай. Кирилл, меня слышно, да? Да, слышно. Плывайте меня, подождите чуть-чуть. Ребят, вы меня слышите? Алло, ёбана, бомжары. Пошел нахуй, бомж. Слышно. А что там сказали? Послали нахуй. Так, ну что, серьезно, вы мимо вражеского корабля проплыли, вы ни разу не выстрелили? Мы пушки заряжаем. Слева в борта вон они плавают. Нас мало что-то на борту вообще. А что да, это за херня, вот эти, ну, мешочек как будто с камушками? Это порох. Это не порох, с камушками это картечь. Это когда... Мы вдвоем прессуем его, давайте. Чмай, да тут все пушки уже все пустые. Эй, ты нет, что нет, делаешь? Пойдем, давай, пойдем, пока они там заняты, сейчас хуярь их. Хуярь. Давайте. Только потормози, Кирилл, не пробывай так быстро. Стой. Да я... Да, я заряжаю пушку. Я зарядил, но в угол плохой. Ну, давай, еще. А, какая долгая перезарядка. Кирилл, кто из них враг? Я стреляю! Тот, который рядышком, который... Маленький, да? Да. А я по второму шмальнул. Так это наш!
Ну, я ж только немножко проебался. Смотри с правой стороны, смотри, смотри, что это, блядь, такое. Где? Жираф, ты смотри, какая у него шея, а? Ты зацени его шею. Да где? Таранка. Вот это красавчик просто, смотри, смотри, какой он красивый. Смотри, какие пальчики из живота торчат. Где? Что? Пальцы из живота? Война. Там кто-то есть? А где, с какой стороны? Помощь, на! Это же крик отчаяния. Крик души, да. Ебать мы стадо бомжей, ребята. Ой, красиво. Теперь слева, бегом, слева, левой. Блять, тут наш карман. Падают люди мертвые, сука, что происходит, блять? Ой, а я все это время... Все то, что мы по нашему кораблю наебашили. Мы наш корабль ебнули. Мы быстро стреляли, нахуй. Да, тут пробоины. А какой? Семь дыр. А какой из них был наш корабль, правый или левый? Тот, что справа был. Но мы по нему тоже нормально надавали. Надо ящики брать. Вон, кто-то взял ящики, видишь? С припасами надо ящики раскладывать. Чё шагает такси? Смотрите, сзади там нас корабль. Где корабль? Какой ей плывет? Где? Я съебываюсь! Ой, твою за ногу, что-то было! Полет сурка! Полет юного сурка! Такие акробат там можно стать. Опять херней страдаем. Да херища копов, надо отсюда валить. О, моцики. Добрый вечер, ФБР, мне нужен этот транспорт. Что? У меня байкер в багажнике. А чё удобно, пришёл на стрелу, вместо биты достал байкера из багажника и всё. Так, всё. Куда теперь? Ой, человек. What's going on, man? Чё ты сказал, сука? О, у меня есть предложение. Сделайте, вот, встаньте все, вот, смотрите друг на друга в круг, встаньте, пожалуйста. Но близко, близко. И ну, потом встали, посмотрите, сделайте цветочек. Сделайте цветочек, пожалуйста. Давай, на счет три. Ребят, нет, на счет три. В круг, встаньте в круг. Встаньте в круг, пожалуйста. И посмотрите вверх, сделайте цветочек. Присядь. Раз, два, три. И бутон раскрылся, смотри, какой цвет. Давай еще раз. Давайте еще раз, ребята. Надо больше людей. Давайте больше. Пятый. Фьюнер. Мазафакер, иди туда. Заходи сюда. Брой. Давайте, ребята. Раз, давайте. Хорошо, стой. Да, ребят, что вы делаете? Вот так, норм, давай. Да сделайте уже эту ебучую розу наконец. Сука, что вы делаете? Это мутант из Фореста, блять, это не роза. Вставай, Сало, ты всю жизнь проспишь. Смотрите, стоят тут важные. Я с такими, как вы, пока срал, дрался. Дверь. Не знаю, заходить сюда или нет. Мне лень. О, это что такое? Ты почему товарища съел? Выплюнь! Фу! Да, но если серьезно, вам что, места мало? Оно говорит! Получай, двухголовый демон! Воу-воу! Не бей! Я вас исцелил, ушлепки! Лошадь! Ха-ха-ха, то, что я обожаю... Ай, блядь, сука, надо было сесть! Абракадабра. Ва, привет, давно не виделись, не слышались. Обожаю ту часть ролика, где я могу с вами немного поговорить. Как я понял, посты, что находятся во вкладке сообщества на моем канале, не до всех доходят. А жаль. Многие из вас ждали ролик на прошлой неделе, но так и не поняли, почему его не было. Я хотел записать Final Fantasy 15, но не получилось. В посте я объяснил, почему. Игра хорошая, играть интересно, но по итогу я не записал ничего. От слова совсем.
Эта игра просто не формат для моих роликов. Ничего, ждем пятый Far Cry, там-то веселье будет по самые помидоры. В моей мобильной игре тоже произошли изменения, вышла большая обнова, была внедрена система турниров. Это означает, что попасть в телек теперь будет гораздо проще, поскольку теперь надо выйти финалистом в турнире, а не набивать 1000 очков. В неделю будет 3 турнира, что логично, 3 турнира, 3 финалиста. Первый стартует уже в субботу, все подробности смотрите по ссылке в описании. Спасибо за просмотр, пиплы, здесь был грёбаный Мармок и рубрика «Хорошие игры». Все, не буду тянуть, знаю, я тут тебе нахер не нужен, ты ждешь комментарий. Обожаю вас, пока. Абракадабра.